Всем привет, друзья, подписчики мои. Сегодня хочу замерить вот сейчас, сколько глубина, ну, насколько вода спала. Вот тут такие хорошие скалы нашел, что вот это точный уровень, ну, как, который был до этого воды. Там он, сейчас приближу. Вот, получается сколько, ну, тут где-то вот там, в этой точке, вот, где-то до 5 метров, это 100% вода спала. Вот сейчас я пойду, вот у меня рост 1,78 м, ну, 1,80 м примерно. Сейчас я пойду и руки выставлю, и посмотрите, сколько, ну, насколько вода сошла. Так, сейчас камеру установлю. Так, ну, думаю, не упадет, а то ветер еще дует. Все, я пошел, а вы смотрите. Так, ну я думаю, там было видно, там точно и не 4 метра, и не 5, там до 6 метров вода спала. Это жесть, ты шо. Фух, там еще камни сунутся, блин. Вот тут-то немножко упал, палец поцарапал. Ну то ничего. Такие дела, ребята. Вода жестко упала. Шо вообще? Вот это я помню, вот эту скалу, вот эта скала почти полностью затопленная была. Вот она 6 метров, это 100%, ну, может не 6, но 5,5, это по-любому. Вот тут рыбка скидывается классно. Да уж. Что-то скидывается, ну тут яма такая для рыбалки, хорошее место. Подниму штатив, покажу. Так, надо вот так вот. Вот это место. Там пляж вообще, блин, жестко спала вода. У то все было под водой. Вот этот пляж. Да, такие дела. Конечно. Фу, блин, упал. Ай. Хорошо. Немножко ноготь подняло на пальце. Фу. Вот эти камни еще сыпучие какие-то. Да, такие. Вон вот эта плита популярная. Вот на нее рыбаки заходили и кидали вниз, когда по воде. И тут можно было крупную тарануху ловить.
И судак тут проклевывается. Ну, карасей не знаю, но по таране это классное место было. Вот такой пляж теперь стал. Приехал я на велосипеде. Мусора тут уже металлоискателями пошукали. Но я тоже взял металлоискатель, думаю, походить здесь. Может, грузики поискать для рыбалки. Ой. Ну ладно, сейчас похожу, а вы смотрите. Так, у меня обычный такой металлоискатель. Так. Так, нашел такой грузик металлоискателем. Так, ну что, пошел дальше покопаю. Грузило классное. Посмотрите, так, где оно там? Смотрите, какое здоровое, класс. Офигеть, грузик хорошенький. Так. Главное, чтоб еще не упало, а то будет капец. Блин, какая-то палка, блин, металлическая, задрали. Так, походил, получается, минут 20. Вот мои находки. Ну, меньше, чем минут. Вот такой кус маха свинца и три грузика. Два таких. Так, кусок. И тут еще один грузик. В рюкзаке не буду доставать уже. Короче, это... тут толком ничего нету, блин. Одни железяки попадаются на этом пляже. Ой, блин, колючки. Выкопал какую-то болванку, блин. Похоже на снаряд. Где она, ямка-то? Стрёмно, конечно, блин. Так, а где ж та ямка? Сейчас покажу вам. Какая-то круглая фигня. Похоже на снаряд. Ну его нафиг, короче, не буду я подходить. Сниму отсюда. Вот, получается, лежит в яме. Блин, что оно там сфокусировало, че не? Такая штука, короче, какая-то, блин. Ладно, подойду поближе. Вот. Стрёмно, блин. То, что она не фокусирует. Короче, такая фигня, надо отсюда валить, ну его нафиг. Как типа снаряда маленького такого. Короче, текаем отсюда, блин. Не хочу, что-то я перехотелось уже копать. Вот то кусок этого свинца выкопал и этого. Три грузика и нормально, блин. Поеду на другой. Ой. В другое место поеду. Не знаю, че закинуть здесь. Рыбку половить. Там он дедушка ловит что-то. Не знаю. Будет тут клевать. Хотя и там на скалах, на скалах кто-то сидит. Что он там делает, интересно? Ну, закидушку, наверное, кидает. Уеханый бабай.
садок достал. Ладно, тут он рогачик какой-то стоит. Сейчас соберусь, короче, разложу удочки, попробую, посмотрим, что здесь ловится. Так, что-то клюнуло. О, есть. Карасик, наверное. Да. Карасик не... Опа, есть. Хорошо. Клюнуло, блин. Фу, воняет, блин. Так, иди сюда. Что это? О, хорошенький ладошечный карасик. Такой классный. Вечером начинает так вонять. Фу. В горле уже еще немножко половлю. Смотаться. А то воняет сильно. Фу. Ну, в принципе, можно еще посидеть. Ну, вонище возле воды, что вообще. Получится притянуть поплавочек. Угу, не видно. А, там уже клюет. О, хорошая рыбалочка. Так, а ну-ка. Подсекаем. Опа, есть. Опять есть. Отлично. Класс. Ой, это уже покрупнее карась на удочку. Хорошенький. Сопротивление какое. Хорошенький ладошечный карасик. Иди сюда. Клюнула. Так, карась сидит там. Ой, карасик какой. Ладошечный опять. Краснокурка. Дуплетик. Так, поплавок выложила. Опа, есть что-то, есть, есть, есть. Еще карась один. Опять клюнула. Да ты сюда иди.
Хорошая рыбалочка-то здесь. Уже темнеет, буду скоро собираться. Надо еще домой доехать. Кому нравится видео, сразу ставьте лайк. И не забудьте еще подписаться на канал. Опа, опять клюет. Так, буду закругляться. Так, кому понравилась такая рыбалка, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, вот какой уловчик сегодня. Килограмма 3 наловил на пожарочку. И на засолку хватит понемножку пожарить. Такой карасик небольшой, на ладошку есть, чуть поменьше. Так, понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока.